15 декабря 15.00 я приду на Лубянскую площадь. В этот день мы хотели провести мирный марш свободы. Мы хотели выйти на улицы Москвы, чтобы потребовать прекращения репрессий, освобождения политзаключенных, реальной политической реформы и досрочных честных выборов. Мы хотели потребовать социальной справедливости. Московские чиновники абсолютно незаконно запретили наш марш, грубо нарушив Конституцию. Можно запретить официальное мероприятие, но свободу не запретишь. Поэтому 15 декабря я буду здесь, на этой площади. А где будете вы, решайте сами. Решайте по совести. 15 декабря. Стань свободным.